Так, здравствуйте. Продолжаем расчет в программе Canvas 103.8. И следующее у нас командное меню – это расчеты. То есть вот мы подготовили экспериментальную систему для расчета. Да, кстати, чтобы у вас были результаты, тоже не забываем об ветках. Все элементы обозначены. Так, ну, нажимаем еще. Так, ну вот. Облака должны появиться, я появился ошибки. Так, а вот что ошибка. Вот когда мы чертили, вот случайно, конечно, мы нажали. Вот мы удаляли. Так, извини. Так, он выпускаем еще. Так, вот видели. Еще раз запишу. Если у вас до 50% ползунок доходит, выявляет ошибку. Это в основном ошибки отрисовки. Либо арматуру не обозначили, либо отрисовали что-то неверно. То есть так называемые это глупые ошибки, которые можно посмотреть. Если у вас дошло до 100%, и в процессе обнаружены ошибки. Так, если вот они вот такого цвета, просто без красного прямоугольника, то есть это не грубые ошибки. Так, и сейчас мы их посмотрим. Так. Нажимаем на рисунки. Так, слишком большой, может быть, ну, наверное, можно поставить. Так, ну, во-первых, смотрим настройки, должно быть не менее двух. Вот здесь уже полтора, здесь по две. Так, еще раз. Здесь давайте по 10 поставим. Вот здесь не 0 поставим, сразу же. Ну и давайте там посмотрим. Так, а здесь 13. Ну, давайте тоже 10 поставим. Как получится. Ошибка. Ну, это правильно клапан. Сейчас мы еще раз посмотрим. То есть видите, у нас клапан раскрылся столом. 3,5. Так, ну давайте с этим произведем, то есть чтобы нам не 1,5, а 2 было. Так, вот здесь. Здесь 20 осталось. Давайте сделаем по 5. Потому что здесь по проводу прокладываем.
пошедших человек. А вот он. Конечно, изначально мы ставим ноль, а потом можно отрегулировать. Так, ну, в дальнейшем можно тоже поэкспериментировать, то есть уменьшить количество секций, ну, например, здесь взять. Давайте по 7. По 7 секций возьму. Здесь ошибка в том, что сопротивление большое имеет. По идее должно быть следующее. Приоритет клапана, он есть. Да, посмотрим, как получилось. Клапана. Да, 4. Ну еще может быть. Большая, потому что большая, с меньшим размером, но это не является ошибкой. Так, вот в чем заключается расчет. Так, еще раз повторяем. Нажатие низкого дошло на 100%. Здесь не отобразились красные ошибки. Надо будет тогда приводить какие-то действия. В таком варианте. Кстати, еще раз вернемся. Произвели расчет периметральной стены водяного отопления. Всем спасибо за внимание. Ну и до дальнейшего видео.